Решением главы государства специальная награда президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию в 2020 году присуждена народному артисту России Филиппу Киркорову. Добрый вечер, сябры! Уважаемый господин президент, дорогой Александр Григорьевич, для меня большая честь во второй раз из ваших рук принять одну из самых главных наград Белоруссии. В моей памяти тот вечер, когда я получил орден Франциска Скорина, это было несколько лет назад. И я думаю, что этот орден я действительно заслужил так же, как и те, кто достойно представляли свою страну Беларусь на конкурсе Евровидения. Когда я написал песню Дмитрию Колдуну, стал продюсером этого выступления, и на самом деле, на данный момент, это самый высокий результат Беларуси на конкурсе Евровидения. И я очень горжусь, что имел к этому отношение. Поэтому сегодня, в это непростое время, когда Славянский базар единственный выжил среди всех музыкальных праздников на территории бывшего Советского Союза, я считаю это очень символичным приз, потому что я родился в СССР. И для меня стоять под белорусским флагом и представлять и защищать честь страны, это все равно, что защищать честь и славу своей страны России. Беларусь и Россия всегда были вместе. И то, что сегодня вы нашли возможность провести этот фестиваль, даже Евровидение сдалось, перенеслось. А Беларусь и Славянский базар жил, живет и будет жить. Горжусь дружбой с тобой и любовью, Беларусь. Спасибо!